У сборной Египта призовое место по лыжному спорту. Чья-то фантазия? Вовсе нет. Такое возможно на традиционных международных зимних играх Уфимского нефтяного университета. Спортсмены не очень техничные, но веселые ребята. А самое главное – неунывающие. Позитивный настрой и помог им занять второе призовое место. При этом иностранные студенты только совсем недавно начали интересоваться лыжами и теперь осваивают ранее им неизвестный вид спорта. Я до сих пор не умею заниматься даже. Даже не могу стоять на ногах. Мне сказали, давай приезжай сегодня. Сказал, ладно, пойдет, давай посмотрим, как получилось. И все. А это сборная студентов из Туркменистана. Подготовились к играм ребята серьезно. Помимо того, что они начали тренироваться еще на каникулах, так один из участников решил пройти дистанцию в национальном костюме. Привез он его из родной страны. Это национальный дон, это национальная рубашка туркменская, это тельпек называется. У нас это национальная одежда там. Из этого я принес, потому что показать туркменские национальные традиции и туркменское чистое сердце, доброту. Международные зимние игры УГНТУ проходят уже в четвертый раз. Проводить такие мероприятия стало уже доброй традицией для вуза. Как отмечает ректор университета Олег Баулин, здесь не важно, кто станет победителем. Главное – участие и любовь к активному образу жизни. Спорт точно помогает, он дисциплинирует, он повышает работоспособность, он формирует такие навыки, как работа в команде, стрессоустойчивость, скорость принятия вот таких решений в условиях там, внешнего давления и так далее. Это действительно все так же, как, знаете, вот как умение считать формирует дисциплину математики, вот умение, вот все, что я назвал, формирует физическая активность. Один из партнеров мероприятия – компания «Уфанет», которая поддерживает инициативу нефтяного университета второй год. Участникам соревнований оранжевый провайдер дарит подарки. В этом году сотрудники «Уфанета» решили пойти дальше и сами приняли участие в лыжном забеге. Потому что компания у нас тоже спортивная. Мы бегаем, мы плаваем, мы играем в кучу разных видов спорта, играем в футбол. И пригласили сегодня участников от компании-партнеров. Мы тоже, конечно же, поспешили зарегистрироваться, ребятам помочь. Четвертые международные зимние игры для УГНТУ – это не единственный спортивный праздник. В планах проводить подобные мероприятия круглый год. Ведь, как отмечает руководство нефтяного университета, спорт тренирует не только мышцы, но и мозг. Андрей Шарыгин, Разиль Юлдашбаев, Роман Агуманов, телеканал ЮТВ.